Добрый вечер. Приветствую вас на Щелковском, студии программы «Диалог». Этот выпуск проведу для вас я, Ирина Микеда. Завершается год, и мы по традиции подводим его итоги, как делаем это уже на протяжении многих-многих лет. И также по традиции делаем это с первыми лицами района. Я представляю наших гостей. Надежда Владимировна Суровцева, Алексей Васильевич Валов у нас сегодня в студии. 27 декабря 2016 года, 19 часов вечера. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны, по которым можно позвонить к нам в студию, известные. Звоните на них, они будут появляться у вас на экранах периодически. 56-714-40-714-50. Также на этих телефонах дежурят помощники, которые вопросы, которые не пройдут в эфир, обязательно запишут. И люди же получат ответ, конечно, правильно? Обязательно. Получат. Очень внимательно относимся к этой передаче. Вообще ко всему относимся внимательно. Спасибо, что вы согласились сегодня прийти и поговорить с нашими жителями Щелковского района, с нашими телезрителями. Я предлагаю начать нам все-таки с темы, которую мы, наверное, не можем обойти своим вниманием. Событие, которое более отозвалось в каждом жителе России, у многих в мире, и, конечно, Щелковского района это тоже касается. Это авиакатастрофа Ту-154 военного самолета, самолета Минобороны. И я знаю, что в Щелковском районе тоже проходили мероприятия, в которых вы принимали участие. Такое вот действительно событие очень горькое. Мы вчера вот с Надеждой Владимировной были дома культуры Чкаловска, были у Вечного огня на Чкаловском. Соответственно, видели сопереживание людей, пытались эту боль разделить, понимая, что обратных не вернуть, но именно вот это вот наше чувство сопереживания по такой трагедии, я думаю, поможет восстановиться и родственникам, и сохранит, и приумножит только нашу память. А вот подобного рода подвигах я по-другому назвать не могу. Люди выполняли очень важную и ответственную задачу, совершали подвиг. Ну, к сожалению, это закончилось трагедией. Во всяком случае, никто не боится дальше выполнять задачи и будут их выполнять честью и достойно, согласно своего долга, и воинского, и гражданского. Знаешь, Ирина, вот когда случилась трагедия, и по центральному телевидению у нас понедельник, да? Был день такой траурный. В программе «Утренний» Михаил Ножкин сказал: давайте мы все минуту помолчим, и будет такая вот общероссийская, общемировая минута молчания. А для чего нам даны минуты молчания, когда мы их вот проводим? Для того, чтобы мы вспоминали и помнили тех людей, которые исполняют свой долг. Вот мы сегодня День спасателей, да? Как бы приветствовали наших спасателей, МЧСовцев. Вот. И там то же самое, как бы не могли пройти мимо вот такой трагедии. Потому что, к сожалению, сейчас 12 человек. Совсем недавно у нас тоже экипаж МЧС разбился в тайге. Нам нужно обязательно помнить. Спасатели погибли, да, при тушении пожара во Фрязино. Да. Вот, такие молодые все люди. Это очень горько, очень горько. Мы говорим там справедливо, несправедливо. Об этом нельзя размышлять. Просто надо иногда помолчать, вспомнить. Но обязательно жить дальше, работать дальше. И каждый должен стремиться, чтобы таких нелепых случайностей или халатностей, или чего-либо было меньше в жизни. Потому что жизнь человеческая – это самое дорогое, конечно, что есть. Хочу выразить соболезнования близким, семьям, друзьям, родным, семьям, да и, наверное, всему Щелковскому району, потому что Чкаловский микрорайон – это наши неотъемлемые части. Люди, которые служат там, выполняют свой долг. Это наши соседи, наши друзья. Светлая им память. Но жизнь продолжается, и мы живем дальше. Переходим все-таки к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы подводим итоги года, я напоминаю, нашим телезрителям. И вот что хочу процитировать. Алексей Васильевич, хочу процитировать вас. Вы на совещании недавно сказали, что основная цель работы муниципальных властей, муниципального образования – это стабилизация и развитие. В уходящем году удалось ли району достичь стабилизации, чтобы эффективно развиваться в дальнейшем? Надежда Владимировна тоже этот вопрос, да, соответственно, адресован, время, естественно. Трудное время, поэтому мы работаем в тесной спайке с советом депутатов, понимая, что все программы развития опираются как на фундамент, это на бюджет.
Поэтому эта работа была очень продуктивная. И самое главное, что мы в этом году достигли, несмотря на то, что, опять же, экономическая обстановка тяжелая, мы добились оптимального, экономного и правильного расходования бюджета. Я вот честно скажу, что депутаты в такой степени вникали в каждую статью расходов, дифференцировали их, даже когда мы перебрасываем с одной статьи на другую, для того, чтобы обеспечить приоритетное выполнение тех задач, которые необходимы, постоянно подвергались контролю. Это правильно, это правильно. Человеческий фактор, он имеет какую-то определенную направленность. Если человек бесконтролен, он начинает иногда допускать ошибки. А когда идет вот, объективное принятие решений, всестороннее обсуждение и принятие решений, тогда ошибки практически исключены. Поэтому мы славно поработали. Бюджет практически на 2017 год у нас стабильный. Долгов мы в следующий год зашли, вот 2017, у нас долгов нет. Ну и, соответственно, исходя из того, что долгов нет, то и следующий год у нас будет годом, конечно, созидательным. А стабилизацию мы прошли еще где-то 2015 год. Мы целый год формировали бюджет таким образом, чтобы он был у нас стабильный. И мы подошли к этому результату уже к 2016 году. Да, Надежда Владимировна может заглянуть даже и вперед, потому что депутаты уже приняли бюджет будущего года. Как вы его оцените, как вы его принимали, что говорили депутаты при рассмотрении документа, и как вы считаете, он позволит сохранить нам то, о чем Алексей Васильевич говорит? Дело в том, что бюджет района – это бюджет, ну, наверное, максимально социальной направленности. Вот в этом году у нас по доходной части объем доходов это практически 5,5 миллиардов. 5 миллиардов 518 миллионов. Вот. Бюджет в расходной части, он на 10% выше. Мы всегда закладываем дефицит определенный, 10%. Но вот давайте посмотрим. Из этой суммы 78,5% это расходы на образование. Порядка 3% это расходы на культуру, на спорт. Если мы все сложим, у нас получается больше 80%, 80 с лишним процентов, ну, там 82. 80, да. Если мы туда, знаете, еще соцзащиты, вот эти вот миленькие проценты бюджета прибавим, то практически почти 90%, потому что, ну, и в полномочиях-то района, в общем-то, там ЖКХ и так далее, не очень большие расходы, практически все они на поселениях. То есть 90% это социальный бюджет. Причем, когда мы строим новые детские сады, строим школы, вводим их в эксплуатацию, это опять идет социальная нагрузка на бюджет района. И, конечно, это непросто. Конечно, нам очень хочется, чтобы все, во-первых, те обещания, которые давали и депутаты, и исполнительная власть, да, они выполнялись. И вот для того, чтобы было, знаете, так достаточно гармоничное развитие района и городского поселения. Почему я говорю городского поселения? Потому что администрация района выполняет функции администрации городского поселения. Мы достаточно плотно работаем с депутатами всех поселений, и городского в том числе, для того, чтобы у нас было гармоничное, динамичное, сбалансированное развитие поселения, не только социальной сферы, но и благоустройства. Вот, то есть в этом ключе я считаю, что этот год он действительно дал нам хорошие результаты. Причем, вот уже сказал Алексей Васильевич, но я еще раз отмечу профессионализм работы финансово-экономического блока администрации. Потому что практически, наверное, ну, за последние, я могу сказать по собственному опыту, да, то практически 8 лет мы, наверное, практически первый год уходим без кредиторской задолженности. Мы практически всю кредиторскую задолженность погасили в этом 2016 году. Правильно, Алексей Васильевич? То есть мы не взяли кредиты. Те, которые были, мы их погасили. И при этом выполняя все бюджетные обязательства. Мы не остановили ни одно бюджетное обязательство. Оплатили все исполнительные листы. Погасили все кредиты. С 2008 года некоторые были. Да, да. То есть, понимаете, в этом плане это очень грамотная работа финансово-экономического блока. Я хочу, в общем-то, поблагодарить наш финансово-экономический блок исполнительной власти. Они отработали хорошо. В этом идет стабилизация. Но дело в том, что наша-то задача не столько уже теперь стабилизация, сколько развитие. Вот.
Ну, о чем мы и говорим. Стабилизировались для того, чтобы развиваться? Стабилизировались. Да, теперь наша задача – это развитие. Вот. Стабилизация, понимаете, кроме того, вот Алексей Васильевич сказал в 2015 году, я бы все-таки сказала, что политическая стабилизация, она продолжилась и в 2016 году. То есть вот пошаговая политическая стабилизация, она продолжилась и в 2016 году. Вот. И у нас сейчас, как вы сами видите, нет каких-то, знаете, безумных лозунгов, каких-то обещаний, которые невыполнимы. Мы стараемся... Обещал, сделал. Ну, политические поэтому, пустозвоны принципе... уступили место нормальным людям. Тем, кто работает. Те, которые работают и хотят сделать. Хотя вот в принципе, Ирина, вот сегодня у нас... Сегодня у нас совет депутатов, вот сюда, вот Алексей Васильевич с работы, я с работы. У нас сегодня он был крайний в этом году. И вы знаете, депутаты очень скорбулезно подходят. Вот так, допустим, мы рассматривали сегодня налоговые ставки, арендные, да, ставки. И когда там одна из фракций предлагала, давайте мы снизим, давайте мы... Нам сказали, извините, а мы бюджет-то приняли на 3 года. Мы сейчас с вами снизим, значит, мы где-то недофинансируем. То есть это достаточно такой непростой процесс. Нельзя быть... хорошим для одних за счет других. Давай похвастаемся совместной работы за 16-й год. Вот, смотрите, мы можем вот бесконечно... Да мы сегодня собираемся рассказывать о работе. Ир, ну дай нам еще полтора часа. Все-таки итог же работы, правильно? Итог, да. Несмотря на то, что мы платили долги по исполнительным листам, закрывали кредиты, мы смогли уровень развития района вывести на такой, как бы, достаточно серьезный показатель, из рейтинга 56, что мы занимаем 5-е место в области. Предупредили мой вопрос. Вот это новое мерило такое, не все еще про него знают. Я не вижу вот в этом как бы вот, другой оценки и другого восприятия этой ситуации, как наша тесная работа с этим депутатом. Знаешь, и с городским, и с районным, вот, с уважаемой Надеждой Владимировной. Со всеми главами. Да. Дело в том, что, понимаешь, Ирина, ты говоришь, что не все об этом знают. Вот представьте, да, рейтинг есть... 56 – это новое такое мерило. Не новое, уже не первый год оно. Ну, не первый год, но тем не менее. Это же не бюджет, который образований, можно мы 5-е. Размерами бюджета считаю, можно мерить. Я считаю, что это достаточно серьезный наш общий результат. Сейчас уже 62. Теперь вот... Теперь вот рейтингом все измеряется, и мы 5-е во всей Московской области. Это очень круто. Дело в том, что, понимаете, и я вас поздравляю с этим. Нет, дело в том, что у нас же получается еще вот этот рейтинг, этот, знаете как, но своеобразный стимул для нас. Для работы, правда? Да, губернатор сказал, я читала. Сначала соревнование стимул соревновательности, а потом, в общем-то, и денежный стимул. И причем работает администрация района, совет депутатов района, но работают еще и все поселения. Потому что нельзя вот в этой команде, если и какие-то... И мы рейтингуем поселения, совершенно по каждому вклад в общий результат. Поэтому они как бы в этом плане задумываются тоже, когда видят на ежеквартальном совещании районном свои результаты. Результаты, да, рейтинга. И почесываются, я считаю. Не буду я вас сейчас спрашивать про рейтинг. Ну, надо будет, мы его потом опубликуем, расскажем. О нем обязательно рейтинг поселений. Нам звонят зрители. Давайте послушаем вопрос. Давайте, мы же все-таки в прямом эфире с вами работаем. Добрый вечер, кто нам дозвонился, мы слушаем. Слушаем вопрос зрителей. Услышим, будет хорошо. Не услышим, я вопрос задам. Ладно, не будем терять времени, подождем, кто нам все-таки, наверное, дозвонится. Открытая власть. Тоже такой достаточно уже привычный, но все-таки новый термин. Вы работаете в очень открытых условиях. Это всегда, это встречи с людьми, это приемы, это теперь еще добавился интернет, добавились соцсети, где вы тоже постоянно присутствуете. Хотелось бы спросить, ну вот вы люди-то, в принципе, вы работали и, скажем так, и 10 лет назад, и 20, когда этого ничего не было. Не трудно ли вот так быть постоянно на виду у всего района и даже благодаря интернету, наверное, далеко за пределами всего района? Алексей Васильевич, вы, вот правда, вы же в интернете-то и в плане открытости... У меня есть, да. Определенные принципы, лидер, которые я заложил для себя в жизни, и вот мы все их исповедуем. Я не просто как мои принципы, а потому что все-таки пришел дееспособный коллектив и совет депутатов, и в большинстве своем администрации. Те, которые недееспособны, те, которые не понимают, что нужность и важность – это разные вещи, они как бы перестают быть в администрации. Поэтому я вот открыт в социальных сетях, открыт и ВКонтакте, и в Инстаграме.
и в общении с людьми. В Твиттере более скромно начал общаться по одной простой причине. Но все-таки самое мобильное общение это идет ВКонтакте. ВКонтакте. Поэтому вот, понимая, что есть запросы зрителей, я эти запросы ВКонтакте разбрасываю как задачу уже между заместителями. Но открытая власть не только. Я не только про интернет. Мы же видим вот ваши открытая встречи. Власть, да, мы берем с Надеждой Владимировной как бы садимся и едем в одно поселение, в другое поселение, в третье поселение. Внутри города встречаемся. Да, встречи очень разные. Да, критики много. Но поймите, эта критика, она не мешает, она, наоборот, помогает нам осознать ситуацию в том или ином поселении, сделать правильные выводы по этой ситуации и принять решение по устранению недостатков. Ну, вот если брать по большому счету, сколько мы устранили из всех запросов, положа руку на сердце, не более 40%. Да. Но на все есть ресурсы, на все есть финансы, на все есть как бы определенное время. Мы не сбрасываем этих задач. Но то, что мы уже сделали, оно очень важно для людей. Есть понимание у людей, что мы работаем именно не просто приехали поговорить и уехали обманув, а действительно дали слово и начинаем работать над этим. Соответственно, Надежда Владимировна под контролем все это держит, мне присылает для того, чтобы я контролировал через свои профильные направления работы исполнения тех наказов и решения проблем. То есть достаточно серьезный скол вот, и срез мы делаем при, ну, при открытом разговоре с людьми. И исходя из этого, еще раз говорю, я уверен, что уровень доверия к нам только повышается, а не снижается. И это правильно. И это правильно, потому что чиновник, он не меднотрубой должен быть человек. Он пройдет там огонь, воду, потом некоторые не проходят медные трубы, превращаясь в такого важного Борчука, которому нельзя ни подойти, ни увидеть, ни услышать. И он не хочет никого не видеть, ни слышать, ни реагировать на те нужные запросы людей, которые, ну, которым он служит. Поэтому всем говорю своим в администрации. Мы слуги народа, мы должны работать с людьми, мы должны приносить пользу. Хотя, я еще раз говорю, критика есть и правильная критика для того, чтобы простимулировать нас в этой работе. Спасибо. Вы сказали, что а потом, вы... понимаешь, Ирина, я хотела бы добавить. Дело в том, что бывает, что да, проводят социологические опросы для того, чтобы увидеть какую-то вот актуальную на данный момент повестку. Вот то, что, к чему нас призвал губернатор, и то, что мы, в общем-то, исполняем, я имею в виду встречи с населением глаза в глаза, это идет регулярно. Здесь не нужно никаких исследований. Вот эта актуальная на сегодняшний день повестка, она всплывает, правильно? Актуальны ли вопросы дорог, актуальны ли вопросы... наиболее острые, допустим, проблемы ЖКХ и так далее. Конечно, не все возможно решить и в рамках законодательства существующего, и в рамках финансовых средств. Правильно? Но не все возможно. Иногда мы просто хотели бы, желали бы, но, к сожалению, ну, не можем. Ну, еще и полномочия. Да, да, полномочия, да. Вот бывает такое. Это сдерживающий фактор, когда мы видим, что и дороги не наши, не к нашим относятся, да, к муниципалитету, они там и региональные, и федеральные, там, или еще что-то. Вот именно в этом еще тоже есть, да, определенная задержка. Ну вот, допустим, то же самое Фрянове я посмотрела, вы показали сейчас, да, жителям. Алексей Васильевич, выезжали с вами мы на встречу с жителями. После этого несколько раз был выезд, прием Алексея Васильевича. Мы по партийной линии не просто так выезжали, допустим, с депутатами, но привлекаем уже областных депутатов, потому что некоторые вопросы нужно решать на уровне, может быть, изменения законодательного, правильно? И для того, чтобы они увидели на местах вот эту вот повестку, они тоже должны выезжать, встречаться с населением. Поэтому считаю, mm-hmm, что открытая власть – это настолько важно. А потом, знаете, как вы говорите, там открыто, тяжело, не тяжело. Ну, во-первых, те, кто берет на себя, это, позвольте, не какие-то блага. Это, в общем-то, достаточно тяжелая ноша работать во власти сейчас. Вот. Просто уже понимает, что он не имеет права закрываться. Мы живем на той же самой земле. Дети ходят в те же самые школы, детские сады, да, там, внуки, ходим по тем же дорогам. Вот. Иногда, знаете, утренний наш разговор начинается с того, что я звоню: Алексей Васильевич, я по телевизору видела про этот асфальт, а у нас татар-татар-татар. И дальше. То есть это нормально. Это нормально. Мы живем в том же обществе, и ни в коем случае нельзя отделяться от того общества, в котором мы находимся. Поэтому зато вас, это очень важный принцип. Зато вас теперь знают и узнают. И все это тоже, я думаю, на пользу. Однажды перед строительным совещанием, в половине девятого утра, так на всякий случай, шел Алексей Васильевич по одному из щелковских дворов. Бабушки увидели, побежали.
Алексей Васильевич. Не, вот мне очень приятно, такие. Конечно, что меня узнают. И я буду стараться делать все возможное, чтобы чиновников узнавали всех. В этом не только я буду уходить во дворы, поверьте мне. Наши уважаемые депутаты так ходят, проверяют. Они еще как ходят. Вот я как раз об этом хотела сказать. У вас своя форма. Послушай, извините, но Новый год скоро, мы не имеем права. Буду молчать. Да. Выговориться хотим. Дело в том, что, вы знаете, что было очень важно. День района. Много гостей. Мы прошли по нашей парковой улице, зашли в парк. Мы идем с Алексеем Васильевичем. Каждый первый, второй здоровается, мы фотографируемся, общаемся, задаем вопросы. После этого, когда мы с нашими зарубежными и незарубежными гостями встречаемся, они говорят: удивительно, сколько человек живет в вашем районе. Мы говорим: ну, порядка 200. А сколько живет в городе? Называем. Он говорит: а как же так? Вы идете, и вас знают. Алексей Васильевич знает вас, с вами здоровится, вы общаетесь. Мы впервые видим такую доступность, открытость. Сколько селфи-то сделали? С каждым вторым поди? Мы не считали. Вот можно я вернусь все-таки к теме практической работы, практической реализации открытой власти? У вас свой есть подход депутатский, Надежда Владимировна, у Совета депутатов. Вы уже не первый год практикуете депутатские выезды, выходы по тем или иным проблемам. И вот не всех, наверное, депутатов-то в лицо знают, да? Вот, поэтому здесь, наверное, не столько на публику надо играть, сколько все-таки на результат, на тот, который вы хотите получить этой вашей работой. Что в этом году можно отметить? Вы знаете, дело в том, что когда мы сейчас говорили о бюджете, мы говорили о расходовании бюджета, потом же у нас еще администрация отчитывается перед нами, не только принимаем, отчитывается, как она исполняет бюджет. И в рамках отчета по программам нам очень важно переходить к практически. А как? Если сделали площадки, да, установили городское, допустим, поселение, как? Если улицу парковую реконструировали, значит, нужно посмотреть качество, а может быть еще посмотреть в процессе проведения работ, когда можно что-то, внести какие-то коррективы. Поэтому я считаю, что мы совместно с депутатами, причем вы знаете, как у нас какой принцип выезда? Если мы выезжаем в какое-то поселение, мы обязательно приглашаем депутатов данного поселения, которые близки к людям, которые глаза в глаза разговаривают с ними в этом поселке, деревне, может быть, городе. И проверяем качество. Вот я хочу сказать, что при объезде площадок, после того, как приехали, мы полностью сформировались, Алексей Васильевич, вот здесь покрытие не так, здесь т-т-т-т-т-т-т. Все исправили. И с нами обязательно ездят специалисты администрации, которые детально объясняют нам. И на карандаш берут и замечают. Вот я считаю, что вот это нормальная работа для того, чтобы получить хороший результат. Улица Парковая, много было споров сначала. Как же приятно летние картинки-то смотреть, на улице Парковой. Да. А мы сейчас будем смотреть зимние картинки, наверное, Надежда Владимировна, Алексей Васильевич. Потому что, безусловно, Парковая, которую мы сейчас видим летом, это одно из самых заметных событий в области благоустройства в уходящем году. Но согласитесь, я тоже всю жизнь живу в пятом поколении в Щелкове. У нас никакой пешеходной улицы никогда у нас не было. А теперь она у нас есть. И прямо сейчас у нас прямое включение с улицы Парковой. Там находится наш корреспондент Дарья Соснегова. И с ней рядом жители Щелково. Даш, привет! Как настроение у тебя и твоих собеседников? Что они хотят нам сказать, нашим гостям в прямом эфире на Щелковском телевидении в программе «Диалог»? Добрый вечер, Надежда Владимировна, Алексей Васильевич, Ирина. Действительно, настроение прекрасное. Мы находимся на улице Парковой. Видно, как город преобразился к Новому году. Появилось новогоднее оформление, фигуры, елки. И, безусловно, после реконструкции улица стала одним из любимых мест и жителей, и гостей района. Тем не менее, мы решили поинтересоваться у горожан, что они думают о первой в истории города пешеходной улице. Добрый вечер. Меня зовут Людмила Григорьевна. Вы знаете, потрясающая стала улица. Она красива, ее можно сравнить с любой европейской улицей любого государства. Вы знаете, потрясающе, очень красиво. И у меня такой вопрос, будет ли продолжение реконструкции? И есть, если можно, высказать мечту. Вот если бы весь город был таким, то счастье наступило бы для всех. Спасибо. Даша, Людмила Григорьевна, спасибо. Если вы хотите что-то спросить у них, пожалуйста, это прямой эфир, прямое включение прямо спасибо, сейчас. Да. Они на улице Парковой работают. Зимний. Летнюю мы посмотрели, а зимой она, может, еще даже красивее, да?
Будет ли продолжение? Конечно, будет, конечно. В следующем году мы постараемся улицу Парка довести до площади Пушкина и, соответственно, эту площадь Пушкина реконструировать. В принципе, все средства мы не заложили, их не хватает просто. Но путем там разных хищрений мы найдем внебюджетные средства для того, чтобы все-таки, да, внебюджетные называется. И мы, я думаю, в следующем году, к Дню города, да, Надежда Владимировна, да, сдадим парк улицу в полном объеме и площадь Пушкина, соответственно, с светодинамическими фонтанами будет тоже сдана. Мы, во всяком случае, просто в этом уверены. Спасибо. Ирина, самое главное, что когда у нас предновогодний эфир, и если мы что-то обещаем, я помню, что в прошлом году мы говорили о бале наших выпускников, он проведен, станет традицией. Мы говорили об улице Парковой. Улица Парковая реализована не полностью, но она реализована в том объеме, который мы смогли себе позволить. Как и самое главное, вот самое главное, я еще не встречала ни одного жителя, который бы сказал, что это вы, не туда деньги или не так. То есть все спасибо, что наслаждаются. Одобрение. Спасибо. Вот вы знаете, это очень важно, когда вот жители говорят спасибо. Потому что мы, конечно, власть открытая, но, честно говоря, иногда хочется не только получить негатив, а иногда чуть-чуть позитива, чтобы дальше хотелось так же энергично работать. Вот, правда? Слышите нас? Слышите ответ? Удовлетворены? Да, спасибо большое. С наступающим у вас праздником. После слова здоровья, счастья, любви. Поэтому как бы, только работать. Спасибо. Спасибо. Ирина, с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом вас. Добра вам. Спасибо. Вот наше прямое включение с улицы Парковой. Не можем мы, вот не звонят нам пока люди в эфир, но мы тем не менее ждем. Все заняты. Да, я еще раз, ну, еще целых 5 дней до него. Ну как 5 дней? Я еще раз напоминаю, что если вы позвоните, не пробьетесь в студию, то вопрос обязательно будет записан, потому что дежурят на указанных номерах помощники. А я хочу перейти к, может, не такой легкой теме, к теме политики, потому что одним из тоже заметных событий уходящего года стали выборы в Государственную Думу, в Московскую областную Думу. У нас впервые за достаточно много лет у Щелковского района, в частности, появился свой депутат Госдумы, и у нас теперь есть у всего района есть целых 3 депутата областной Думы. Это Владимир Шапкин, Ирина Слуцкая и Иван Жуков, потому что район у нас поделен на 3 территории, на 3 округа, входит в состав 3 округов, точнее. Надежда Владимировна, к вам, наверное, вопрос. Прежде всего, как человеку политическому, лидеру «Единой России» Щелковского района, как вы оцените итоги прошедших выборов? Мы с вами в прямом эфире об этом еще не говорили. Выборы были в сентябре. Да. Ты знаешь, Ирина, ну, наверное, когда мы после окончания выборов с Алексеем Васильевичем сели, у него есть хорошее качество, он практически редко бывает удовлетворен результатом. Это правильно для того, чтобы идти вперед. Он говорит, надо было нам лучше поработать, потому что, может быть, результат мог бы быть лучше. Но объективно, я сейчас говорю именно от лица той партии, которую представляю, от лица «Единой России», мы на этих выборах получили именно объективный результат победы «Единой России» в нашем Щелковском районе. До этого на выборах 2011 года, к сожалению, в областную думу и в Государственную думу практически «Единая Россия» терпела поражение. Это при условии, что на 100 участках у нас были установлены КАИБы, то есть подсчет бюллетеней шел способом объективным, то есть без вмешательства человека. Что мы имеем вообще? В Государственную Думу, как вы знаете, из 450 депутатов, 343 депутата представляют «Единую Россию». Они были избраны как по одномандатным округам, 203 округа, так и по спискам. 54%, более 54% набрала «Единая Россия» в Государственную Думу. Наша областная дума имеет 39 из 50 депутатов единороссов. С одной стороны, это победа, с другой стороны, это большая ответственность. То есть люди поверили в то, что «Единая Россия» — это партия дела. Это одно. Потом, вы знаете, что проходило у нас в мае месяце, ну, я считаю, что беспрецедентная такая акция, когда у нас партия проводила предварительное голосование. И в этом предварительном голосовании могли принимать участие не только члены нашей партии, но и
члены общественных организаций, Народный фронт, но любые активные люди, которые регистрировались, могли пройти процедуру предварительного голосования. Ни одна партия на это не шла. Очень, я считаю, так достаточно много сменилось лиц партии. Ну и самое главное, что сейчас, вы посмотрите, на уровне Государственной Думы, на уровне областной Думы, депутаты настолько активизировали свою работу. Работу в округах. И вы сейчас сказали, Ирин, три депутата. У нас не три депутата. Дело в том, что у нас же еще есть списочники, да, правильно? У нас Черкасов Николай Иванович, который закреплен за нашим районом. Это депутат, который прошел по Балашихинскому округу по спискам от «Единой России». У нас Фомичев, который прошел по спискам в Ногинском округе избирательном. Поэтому мы-то можем рассчитывать на помощь целых аж пяти депутатов. Ну и независимо здесь от партийной принадлежности, мы сейчас достаточно тесно работаем с тем депутатом, который победил по одномандатному округу в Государственную Думу. Это депутат от ЛДПР, но который вот уже и ведет приемы в нашем городе Щелково, на весь Щелковский район, и приезжал, разговаривал с промышленниками, предпринимателями нашего Щелковского района по поводу оказания помощи. И, в общем-то, он, я считаю, да, достаточно активную позицию принял по отношению к Щелковскому району. Поэтому, ну, я считаю, что мы хорошо поработали. Конечно, нужно стремиться к большему. Конечно, всегда нужно ставить перед собой немножечко выше цель для того, чтобы достигнуть этих задач. Но самое главное, что люди поверили в то, что у нас позитивные изменения есть, что они неизбежны. И если мы будем вот так работать без того, чтобы мы отвлекались на какие-то политические разборки, на какие-то, знаете, вот эти вот все, я не знаю, обливание друг другу грязью, я вот прямым текстом скажу. Вот без этого, конструктивно, пожалуйста, критика, да, нужна. Оппозиция, конечно, нужна. Но, ребят, давайте мы не будем мешать друг другу работать, а именно поправлять, да, можно, но отрицать не надо. А вот если отвлечься действительно от взаимодействия с точки зрения политики, которая, ну, которая наверняка есть. Вот, наверное, Алексею Васильевичу-то виднее, как с точки зрения хозяйственника, руководителя администрации, складываются взаимоотношения с нашими депутатами новыми. Я только что рассказывал, что у нас абсолютно... С новыми, с областными? Да, с областными. То же самое. Мы понимаем, что они вносят свой определенный вклад потенциалом депутатским в того, чтобы какие-то дополнительные программы наши заводить на территорию. Мы проговорили уже с уважаемым нашим Владимиром Николаевичем Шапкиным по этому вопросу. Ну, Слуцкой и Жуков, они как бы меньше участвуют во всей этой жизни, которая у нас в районе. Но, тем не менее, тоже самое участвуют и готовы помогать во всем. Вот что касается как бы депутата Жигарева, мы здесь как бы с ним условились. Он у нас как бы не депутат от партии власти, но должен доказать своей деятельностью как депутат Госдумы и как представитель комитета о том, что он способен помогать в развитии нашей территории. У нас большие планы. Мы должны развивать промышленность, мы должны развивать АПК, у нас есть земли, у нас есть возможность, у нас есть площади, у нас есть энергоресурсы для того, чтобы развивать промышленность и АПК. И мы готовы принять от него помощь. Каждый раз, когда он приезжает, я ему говорю: Сергей Александрович, когда? Когда мы увидим ваше прямое воздействие на ситуацию в экономике, промышленности, сельском хозяйстве? Скоро, скоро. Вот будем ждать, смотреть. Мы тоже снизу можем оценить работу депутата, да, на территории. И думаю, что мы обязаны это даже сделать. Сделаем. И мы это сделаем обязательно. Потому что нам нельзя просто смотреть на него как на божество в виде депутата. Но он немножко сменил профиль деятельности своей. Если до этого он был первым замом комитета по обороне, то сейчас он председатель одного из профильных комитетов. Это как раз комитет по промышленности, понимаете? Думский. Вот, вот я с уважением к нему отношусь, еще раз говорю. Но вот, когда он приезжает и декларирует нам миллиарды, которые заложены в его комитет и которые должны пойти в экономику страны. Нас интересует, что нам в экономику. То есть, пойдет. Когда вы первый миллиард увидите от Жигарева... Вот нам интересно, вот, я говорю, когда нам в экономику что-то пойдет, в район. Безусловно. Вот тогда мы как бы... Тогда... И избиратели, и мы, чиновники, и депутаты, поймем, что к нам пришел работоспособный депутат, способный повлиять на ситуацию. Да, и то, что вернулись в мажоритарные круга, то есть я сказала, что у нас давно не было своего депутата Госдумы, да, потому что избирались по спискам партийным, и там уж мы не знали, кто там где. То да, сейчас вот 127-й округ. Спасибо. Мы продолжаем общение в прямом эфире. У нас есть звонок телефонный. Я надеюсь, что он у нас есть, и мы готовы его послушать. Здравствуйте. Слушаем, кто нам дозвонился. Что-то сегодня у вас звонки не Зато проходят. Дарья Соснегова в прямом эфире на Парковой, самая настоящая. Мы слушаем звонок, нету звонка?
Нету звонка пока. Ладно, тогда следующий вопрос, который я хотела бы вам задать. Вот тоже, он, может быть, и не такой заметный, но для вас наверняка имел большое значение. Вы впервые отчитывались, вы, Алексей Васильевич, и вы, Надежда Владимировна, отчитывались в уходящем году перед нашим советом депутатов. Нормально. Почему перед советом депутатов? Надежда Владимировна отчитывалась перед советом депутатов. И перед советом депутатов перед тоже. Они мне оценку поставили. Второй, за два года поставили оценку. Да? Алексей Васильевич, поставили? Нет. Я не знаю, поставили мне оценку или нет. Дело в том, что у нас по уставу отчитывается глава. Моя задача как исполнительной власти работать, представлять, соответственно, главе результаты. Глава их как бы систематизирует в своем докладе и дает депутатам подробный отчет. Поэтому я считаю, что депутаты оценили справедливо, уважаемые. Ирина, у нас все-таки есть свой документ, на который мы опираемся. Это устав, да? Согласно уставу, у нас населению представляется отчет вообще о социально-экономическом состоянии нашего Щелковского района. Да? Ну вот так вот по уставу этот отчет должен представлять глава. Этот отчет в феврале прошлого года представляли, позапрошлого года, и в этом году, я надеюсь, мы представим хороший отчет. Работает над отчетом, конечно, исполнительная власть, администрация. То есть вообще оргкомитет по формированию этого отчета возглавляет Алексей Васильевич, и отчет этот делается. Затем у нас, опять же, по уставу, Алексей Васильевич отчитывается перед советом депутатов без выставления ему оценки, поскольку все-таки как лицо, нанятое на эту должность, да, он должен отчитаться о том, как сработала администрация, о работе администрации. А уже потом отчитываюсь я как глава о своей деятельности перед советом депутатов. И совет депутатов оценивает. Ну вот это сейчас, на данный момент. Потому что меняется структура, меняется там система управления. Мы находимся постоянно в состоянии такой эффективной модернизации местного самоуправления. Ну, депутаты оценили мою работу. Я отчитывалась за 2014 год, хотя в 2014 году я всего 3 месяца была главой. И мне поставили оценку за 2014 год и за 2015 год. Ну, нашу совместную работу, потому что нельзя здесь отдельно считать, оценили как удовлетворительную работу. Там есть две оценки, удовлетворительная и неудовлетворительная. Оценка была дана удовлетворительно нашей работе. Наступит май месяц в этом году, будем отчитываться. Не, ну почему? Опять. Ну, конечно, месяц работы. Мы с советом депутатов планируем эту работу, соответственно, мы исполняем, а совет депутатов контролирует. Ну, вместе, конечно, с общественностью, и мы как бы открыты для этого контроля, мы уже говорили об этом. Поэтому это консолидированный продукт, в конце концов, который называется результат. А потом свою оценку уже получил вчера Алексей Васильевич, свою пятерку получил. Но это место, а вы еще мне депутаты допросят, я вам скажу. Нет, я знаете, что хочу сказать? Еще перед ним надо защититься, конечно. Ира, дело в том, что, ну как сказать, я считаю, что если человек работает, если он честно выполняет свою работу, ведь с депутатским корпусом они оценивают не только состояние социально-экономического развития, но и состояние совместной работы. Это живой организм, это коллектив, он многопартийный, понимаете, многофракционный, где необходимо учитывать, в принципе, я говорю еще раз, разумную критику, интересы других фракций. И поэтому вот меня как главу оценивали в том числе и как по работе с этим сложным коллективом. Сомневаетесь в чем-то? По-человечески, как вот смотрите, я же, скажем, депутатом общаюсь, там, мы с ним разговариваем, там, как бы делимся, может, своим чем-то личным. Вот прихожу на заседание депутатов, все, каменные лица смотрят, ну что ты нам тут расскажешь? И я вам скажу, это и есть один из элементов контроля и влияния на деятельность любого должностного лица. Когда их, на одно дело в личной жизни, ты человек может быть хороший, но ты выйди, отчитайся в своей работе, расскажи, что ты себя представляешь вообще. Ты и я там или что-то другое, но все должны проходить через чистилище, им должны ставить оценки. Алексей Васильевич, совет депутатов – орган коллегиальный. И я не могу, допустим, сказать, я работаю хорошо, просто вы меня все не понимаете. Ну, извините. Да. Надежда Владимировна, надо держать, пока есть. Я имею в виду звонок телезрителей. Да. Да. Здравствуйте, надеемся услышать вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Вот есть человек, смотрите. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Мы вас слышим. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. О, спасибо. С Новым годом. Я хочу насчет воды поговорить. Я проживаю... Погромче. Не слышно вас. Не слышно вас. Улица Центральная, дом 94. Угу.
проблемный дом. У нас очень плохая вода. Холодная и горячая. Невозможно мыться. Вода холодная, горячая, невозможно мыться. Управляющая компания какая? Посоветуйте. Управляющая компания у вас какая? Или вопрос в качестве воды? Альтернатива или кто там у вас управляющей компании какая? Или вопрос в качестве воды? То, что... Да, да, альтернатива, да, правильно. Альтернатива? Да. Все, услышал. Сейчас мы запишем ваш адрес. Улица Центральная, дом 94, квартира. Ну, там, наверное, во всем доме такое. Да, запишем, квартира 185. Разберемся. Спасибо большое. Мы вас тоже любим. Поздравляем с наступающим Новым годом. И желаем вам только добра. Спасибо. Уважаемые гости, вот вы сегодня неоднократно сказали, что мы работаем в тандеме, мы работаем в мире любви и согласия. Ну, так не бывает, конечно. Нельзя называть мир любви и согласия. Работаем в здоровом конструктиве. Исполнительная власть и представительная власть администрации, совет депутатов. Просто в конструктиве работаем, понимая, что мы должны дополнять друг друга. Да, безусловно. Но так бывает не всегда. Как? Ты что имеешь в виду? А вот чтобы было полная любовь и взаимопонимание. Я хочу напомнить про проблему Загорянки, властную проблему Загорянки, которую мы с вами, если не ошибаюсь, в каждом эфире, наверное, вот раз в полгода встречаемся, и раз в полгода к этой теме обязательно возвращаемся, потому что проблема эта была, там полностью отсутствовало взаимопонимание между руководством администрации Загорянки и Советом депутатов, и руководством администрации и жителями, и все эти факты, в общем-то, они были на виду, их подтвердил общественный контроль общественной палаты, и в этом году эта проблема была решена. Поменяли руководство Загорянки, новый совет депутатов выбрал нового руководителя Романа Александровича Назарова. И как вы оцените, вернее, даже не так, наверное, как вы прокомментируете эту ситуацию и вот то, что она наконец-то разрешилась? Я плавно этот вопрос передам Надежде Владимировне, потому что все-таки посыл шел от общественной палаты и от партии, где Надежда Владимировна является секретарем политсовета. Мы устали от работы этого человека, от работы этого члена партии, и понимали, что ее работа не идет на интерес развития Загорянки. Поэтому вот дальше уже начали работать общественные институты и, соответственно, партийные институты. Мы сделали все возможное для того, чтобы это состоялось в плане ее отстранения должности. Вот смотри, Ирина, ты сказала, что вот у вас здесь любовь, мир и согласие и так далее. И вообще, вы знаете, может быть, любовь, мир и согласие и невыполнение своих должностных обязанностей и того вообще, чем ты должен заниматься на своем рабочем месте. Нет, тогда не бывает любовь. Вот, согласия. Поэтому я сейчас говорю немножечко о другом. Я говорю о конструктивной работе между различными, да, ветвями власти. Так вот, в Загорянке не было этой конструктивной работы. И поднялись жители, они сказали, нам не нравится. Мы в Щелково ездим, мы хотим, как у них. Мы хотим, чтобы были площадки, мы хотим, чтобы дорожки, если асфальтовые прокладывались, тротуарные, то они прокладывались и не заканчивались за 10 метров до спортивной площадки, на которую должны, или там детской игровой площадки, на которую должны ходить дети. Мы хотим, чтобы тротуары прокладывались и внутридворовые территории асфальтировались так, чтобы можно было бы выйти из подъезда. Люди просили, чтобы делалось для них с учетом их мнения. К сожалению, эта ситуация сложилась так, что руководитель администрации Ольга Аркадьевна Решетина восприняла это так, что я работаю хорошо, общественность ко мне несправедлива, совет депутатов меня не понимает, жители неправы. Но не может быть такого, что один человек хороший, а все остальные неправы. Понимаете? И когда Роман Александрович, он показал себя очень хорошо, как депутат городского совета. В Щелково 7. Был отрекомендован и поддержан политсоветом. Нет, просто я хочу сказать, что он очень хорошо себя зарекомендовал. Мы посмотрели на его работоспособность, на его возможности и решили дать возможность ему попробовать вот именно в том, чтобы нормализовать ситуацию в городском поселении Загорянский. Сейчас мы видим, что сложно, очень тяжело, но работа потихонечку налаживается. Правильно, Алексей Васильевич? Совершенно верно. Мошенники во власти никогда не будут у нас. Мы их будем удалять оттуда. А если надо, возбуждать уголовные дела. Соответственно, люди неэффективные во власти работать не будут. Мы будем удалять из исполнительной власти всех тех должностных лиц, которые не показали себя на своем
поприще в своем секторе, сегменте работы. И в качестве примера можно говорить уже о городском поселении Загорянске. Ну, я вот еще раз хочу подчеркнуть. Вы понимаете, вот сама суть. Один человек говорит, я работаю хорошо. Там, я не знаю, у меня администрация работает хорошо. Тысячи людей говорят, плохо. Нет, я работаю. Вы все не понимаете. Понимаете, если тебе говорят, что плохо, если у нас всегда, говорит, такая сложная работа чиновников. Если Загорянка у нас все время была последней по рейтингу, о какой работе можно говорить, о хорошей? И при этом это умывалось, как, типа, глаза божья роса. Ну, разве можно было терпеть? В первую очередь страдают жители от этого, от ее непрофессионализма, бездушия, невнимательности. Поэтому приняли решение правильно. Коллегиально приняли решение общественной палаты и политсоветом, и, соответственно, административно. Отстранили. Борется, пытается через суды восстановиться, может, даже восстановится, я не знаю. Но все равно уберем, и она не будет работать во власть, потому что такая не нужна. Ясно, спасибо. А, у нас самое главное, мы открыты, мы об этом открыто говорим. И в прошлый раз говорили, и сейчас открыто говорим, правильно? Совершенно верно. А у нас на связи, не скрывай ни от кого. У нас на прямой связи в эфире еще одно, если не ошибаюсь, поселение Щелковского района. Давайте послушаем вопрос из Фрянова, да? Слушаем вопрос, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Меня зовут Валерий Николаевич. Погромче. Фамилия да. Мишин. Ничего не слышно. Я уже обращался к вам весной и параллельно обращался к президенту России с таким же вопросом. Даже не вопросом, а пожеланием. У нас скверное состояние в нашем микрорайоне, это улица Интернациональная, самое начало. Не разбирайся. Очень скверное состояние пешеходных переходов, тротуаров и очень большой процент таких ситуаций, когда и смерть, и когда, в общем, люди страдают. Вот хотелось бы уже во второй раз в данном случае обратиться к вам, приехать к нам и посмотреть, как мы живем. Еще раз. Фрянова, да, у нас? Это Фрянова. Мы представляем, о чем мы говорим. У нас там только единственный был случай ДТП, спасибо, когда два пьяных друг друга ударились и погибли люди. И, по-моему, еще один раз был, когда сбили на пешеходном переходе или рядом с пешеходным переходом. Мы у вас бывали не раз, ситуацию видели. На данный момент работает уже в полном объеме комиссия по безопасности дорожного движения. Мы предполагаем, что совместно с Мосавтодором мы эту ситуацию разрешим. Но опять же хочу сказать, что в этой ситуации по нормативам высчитывается, скрупулезно высчитывается все-таки та нагрузка пешеходная и возможность установки пешеходных переходов в тех местах, где вы предлагаете. И, к сожалению, вот по расчетам не получается, что можно там проложить пешеходный переход. Но во всяком случае мы понимаем, что проблема там есть. И для удобства жителей необходимо пешеходный переход делать или со светофором, или как бы другим вариантом. Но, тем не менее, еще раз говорю, над этим работаем. Спасибо. Уважаемые телезрители, уважаемые гости, мы продолжим дорожную тему через несколько минут. Сейчас мы прервемся на рекламу, посмотрим полезную информацию. Вы далеко не уходите. Через 3 минуты мы снова в студии продолжаем программу «Диалог». А мы возвращаемся в студию программы «Диалог». Спасибо, что остались с нами. Я напоминаю, что сегодня с нами в прямом эфире Надежда Владимировна Суровцева и Алексей Васильевич Валов. Мы подводим итоги уходящего 2016 года. Как я и обещала, поговорим про дороги. И я думаю, что поговорить есть о чем, потому что вы, Алексей Васильевич, неоднократно говорили, что в этой отрасли в уходящем году совершен прорыв. Какое-то неимоверное количество дорог было отремонтировано, более 600 тысяч квадратных метров, и такого не было много лет. За счет чего удалось добиться такого результата? Может быть, какие-то скрытые резервы? Или у нас есть действительно перспективы перевернуть дела в дорожной отрасли? Хотелось бы, конечно, перевернуть дела в дорожной отрасли. Тем не менее, мы все-таки вышли на прямой контакт с федералами, и с регионалами, я имею в виду ГДХ. И свои возможности применили для финансирования всех этих работ. И из всех источников в этом году мы закрыли 622 тысячи квадратных метров асфальтировки. Такого вот, если в совокупности взять, если посчитать по годам, и в совокупности взять, 7 лет не было. То есть, если сложить 7 лет, то за один год мы сделали ровно столько.
Уверен, что эта работа продолжится дальше, потому что все-таки востребованность огромная. Количество нетормативных дорог у нас 52%. Ну куда стоять на месте? Надо, конечно, идти вперед. Поэтому даже несмотря на тот непростой бюджет 2015 года, да, мы смогли возможности программы сформировать и, соответственно, выполнить по реальным работам. Очень много поселений. В 2016 тоже, Алексей Васильевич, да. 15-е, говорю, и в 2015-м, я говорю, в 2015 году, несмотря на непростой бюджет. Мы же должны были его оптимизировать. Конечно. Вот. И к 2016 году, когда оставался этот кусочек долгов, мы все равно подошли так, что у нас хватило денег на финансирование. Было очень непросто, но тем не менее, еще раз говорю, вот такой объем был сделан. Поэтому мы на 2017 год также закладываем достаточное количество средств, чтобы уже в меньшем объеме как бы, сделать количество по метрам дорожных работ. Вот мы давно уже говорим об этом, и, конечно, вот это подспорье, просто огромное подспорье, по-другому сказать не могу, то, что нам за прорыв года дают как бы 50 миллионов губернатор. Я уже подписал все документы, и они к нам придут сейчас в бюджет в районный. Мы из этих средств профинансируем, субсидируем бюджет городского округа Щелково, городского поселения Щелково, для того, чтобы наконец-то приступить к решению программы «Дорога к школе». Мы все время говорили об этой программе с Надеждой Владимировной. Она и учитель, и директор, и председатель комитета, и заместитель раньше была по образованию. Она понимает, что эта программа необходима. Бабушка еще вдруг, внучка скоро пойдет в школу, дороги будут сделаны. Вот, поэтому в этом году мы 15-20% этой программы выполним. Соответственно, средства мы подумали, сколько туда, это порядка 15-20 миллионов, и 15-20% выполним по городскому поселению Щелково. Ну, соответственно, и остальных глав будем подталкивать к тому, чтобы эти программы решать. Основное, что в этой программе, это, конечно, во-первых, тротуар будет для них отдельный, и, соответственно, освещение и безопасность при этом повышена будет для детей. Но мы сделаем все возможное, чтобы все переходы были максимально защищены от транспорта, и, соответственно, дети будут уже как бы без такой паники родителей отправляться в школу и возвращаться домой. Вот это очень важно. То есть акцент будет сделан на этом. Да, очень важно. Остальное по программе военных городков очень много сделали, потому что средства пришли. По нашим программам очень много сделали, что средства пришли. Да, есть недостатки. Некоторые подрядчики не уложились в установленные сроки, пытались в снег ложить эти дороги. Ну, соответственно, они получили оценку, получили проверку лаборатора. И оплачены этим работать не будут. Да, хотел спросить, главное, денег-то они не получили за это? Не получат, потому что проверка показывает. Если дорога качественно сделана, значит, они получат деньги. А это независимая экспертиза, которую проводит, соответственно, автомат. Он показывает, вот, как бы срез, то, что они делают с колу, асфальт не подходит ни по качеству, ни по количеству положенного этого асфальта, не по толщине асфальта не подходит для того, чтобы оплатить эти работы. А будет переделано? Или... Конечно, будут переделаны. Куда они денутся? Мы же в течение 3 лет должны выставлять претензии. Гарантийный срок? Да, мы им претензии выставим, в актах это укажем, в рынке работы. И они переделают в следующем году. Не переделал, через суд заставим переделать. Слабое утешение, но тем не менее эту ситуацию укладки асфальта в снег, она была свойственна всей территории страны. И даже некоторые коллеги это флешмобом каким-то родительским назвали. Нет у нас никакой проблемы вот, при укладке в нормальную погоду. Единственная проблема – торги. Есть закон о конкурентной политике. Мы, соответственно, выставляем как бы, наши муниципальные заказы на торги. Они торгуются, и в результате происходит как бы непонятное. То на 40% сбросит, мы понимаем, брак будет. То никто не выходит, специально договариваются, сублимируются друг с другом, чтобы не выходить на торги, чтобы провалить их. И опять срок. И опять для новый срок, новый срок, новый срок из торгов. И многие вот как бы получается под зиму. И многие, немногие, некоторые, вот будем говорить, Титан вот группа, они нас, я так понимаю, все разломав и срезав асфальт, специально интриговали, что ли? Типа денег давайте, а мы понимаем, торги ты деньги отдал, эти торги, закладную свою сумму. Пожалуйста, если есть деньги, работай, мы готовы тебя оплачивать. Но они стояли, ждали, пока им не проплатят предварительно, а это запрещено условием проведения торгов и, соответственно, договором, который мы заключаем, контракт. Поэтому вот так вот научим всех недобросовестных отсекать, и в конце концов появятся те фирмы, которые будут понимать, что недобросовестные не пройдут на территории Щелковского района. Это, может быть, вот в следующем году будет немножко совсем, проникнуто, а уж через год,
я уверен, что они все поймут, что здесь совсем другие требования. Качество работы. Ирина, если вот объективно смотреть, но все-таки, наверное, ну, большая часть наших телезрителей, они пользуются автотранспортом, да, и ездят не только по территории Щелковского района, но и других муниципалитетов. Давайте мы объективно говорить, за последние 2 года, не только в Щелковском районе, а во всей Московской области, благодаря вот именно такой настойчивой, грамотной, системной работе губернатора, у нас дороги-то в гораздо лучшем состоянии находятся. Но я не знаю, это несравнимо с тем, что было даже 5 лет назад, правильно, Алексей Васильевич? Потому что все муниципалитеты четко отчитываются, рейтингуются. Да, есть проблемы, те, о которых говорил Алексей Васильевич. Это законодательство о конкурентной политике, которое не может обойти никто. Но то, что качество дорог улучшилось, то, что нормативных дорог стало гораздо больше. Да. И самое главное, что на этом не останавливается. Если уж мы говорим о партийных проектах, то вот этот контроль у нас тоже идет. И мы с депутатами контролировали то, как производились работы дорожные на территории Щелковского района. Не только на муниципальных дорогах, но и даже на федеральных трассах и на региональных трассах. И через вас тоже есть рычаги остановить этих, которые в снег. Смотрите, вот были там руководители у нас и Мосавтодора, и ГУДХ, те, которые пытались все это делать по старинке. Что сделал губернатор? Он их просто уволил. Совершенно верно. Такие не нужны в Московской области. Такие и не нужны подрядчики в Щелковском районе. И эту тенденцию по выравниванию ситуации в плане того, чтобы была, опять же, и у них открытость и честность при выполнении работ, и эти работы будут приниматься только после экспертизы независимой, должна сохраняться дальше. Хотя то, что есть недочеты, мы говорим, есть они, есть. Но в общем ситуация, я считаю, изменилась гораздо лучше. Сознание ломается. Вот у них должно сломаться сознание. Должно. Если не сломается, они не нужны, они с этого сегмента дорожного строительства будут выброшены. Спасибо за позицию. У нас есть вопрос зрителей, мы слушаем. Здравствуйте. Кто нам дозвонился? Слушаем вас. Добрый вечер. Слушаем вас. Вы в эфире? Нету никого в эфире. Но я задам вопрос, у меня их много. Этот Новый год, который через несколько дней уже наступит, несколько десятков щелковских семей будут встречать в новых квартирах. Почему десятка? Сотен? Сотен? Конечно. То есть вот прям вот сотен, да? Прям вот сотен. Потому что, да, вы же говорили, что очень серьезная работа, вот она накапливалась и наконец-то начала реализовываться. Если мы только с Первого Советского переулка 19 переселяем 323 квартиры, это сотни же. Да, вот такие, понимаете? Да, действительно. Но, может быть, они до Нового года все-то не приедут, хотя бы некоторые. Я же про Новый год говорю. А остальные, да, потом уже там, что там, 23 февраля, 8 марта. Во всяком случае, мы газельки дадим, чтобы они переезжали. Да, вот такие, Надежда Владимировна, вы же понимаете прекрасно, такие знаменитые, печально знаменитые дома, как Парковая 29, который частично выселен уже много-много лет, новая фабрика, все это гетто. Вся эта старинная древняя застройка, казарма, которую уже упомянутая, Первый Советский, 19-323 семьи. Я предлагаю, все они вот либо совсем, либо вот на днях, либо уже получили, либо совсем скоро получат новые квартиры. Я предлагаю посмотреть сюжет о новоселах, которые уже въехали в новую квартиру в новом микрорайоне Гагаринский. Давайте посмотрим. Ну, сейчас туман плохо видно, а так вот прям аэродром, взлетка. Вечером стоишь, смотришь красиво, как садятся, как взлетают самолеты. Роман Краткевич показывает свою новую квартиру. 13 этаж, светлая спальня, кухня и даже гардеробная. А ведь еще каких-то 3 месяца назад жить приходилось в совсем других условиях. Стены, они там просто рушились, не сыпались. Ну, с какого, 53-го года? Тем более рядом, когда дом строили, он уже и пошел, фундамент пошел, что дом новый строили, там трещины пошли большие. Но ему еще пару лет, он развалился на самом деле. Дом номер 3 в гостином переулке признали аварийным. Жильцов необходимо было расселять. Роману, как и многим другим собственникам, выделили квартиру в новостройке микрорайона Гагаринский в рамках реализации муниципальной программы по переселению граждан, проживающих в аварийных домах. Квартиры с отделкой, сантехникой и электрической плитой. Необходимым минимум для того, чтобы собственники смогли как можно быстрее освоиться в новом жилье. У меня коммуналка была, а сейчас у меня, считай, здесь 44 квадратных метра, 43,9. У меня там было 12. Знаете, я заехал сюда и попал в какое-то на футбольное поле. Не ностальгируете, нет? Честно? Вот ни разу не вспомнила.
Юлиана и Сергей Прохоровы смотрят фотографии бывшего дома, Парковая 29, где они прожили почти 20 лет. Никакого сожаления и грусти, вспоминают. Кирпичи буквально сыпались на голову, отопление практически отсутствовало. В 2003-м только часть дома признали аварийным и расселили. Остальные жильцы ждали переселения долгие годы. Вот когда администрация сменилась, как бы, слава богу, что новая администрация нас услышала. Наконец нас оттуда забрала. Было неверие в то, что это произойдет быстро. Мы до сих пор не верим, что до Нового года смогли очутиться в этой квартире. Новый год семья будет встречать в комфортной, а главное, безопасной квартире. Потихоньку Прохоровы обживаются на новом месте. Признаются, что микрорайон пришелся по душе. Под боком есть все необходимое. Рядом и железнодорожная станция. В Гагаринском в рамках реализации инвестконтракта застройщик предоставил 44 квартиры для расселения жителей двух домов. Парковой 29 и Гостиного переулка 3. Вот, переселение ветхого и аварийного, или как оно теперь называется? Дома непригодные для проживания, да, теперь это так называется? И ветх. Угу. Как оцените объемы? Вот действительно, как вам удалось все вот это сконцентрировать, собрать, чтобы сейчас рвануть позитивно? Нам, конечно, позитивно? Большим подспорьем был приезд губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьева. В 2014 году. Мы практически в три раза бы меньше, да какой в три? Раз, наверное, в пять меньше бы переселили из ветхоаварийного жилья, непригодно для проживания аварийного, людей, если бы он не приехал. Он приехал в 2014 году и зашел, соответственно, первый советский переулок 19, эту казарму. Обнял там женщину, какую-то сказал, я даю вам слово, что мы вас переселим отсюда. И вот пошло, как бы, не прошло и двух лет, дом построил, 323 квартиры выделяется, и первый советский переулок в полном составе, первый советский переулок 19 в полном составе переселяется в новый дом. Поэтому нам это удалось. По новой фабрике, достроили, то же самое, губернатор был на казарме на этой, новой фабрике 4, то же самое, там достаточно был резонанс сильный от жителей. Ну там гораздо лучше была, как бы, вот, обстановка, чем на первом советском переулке 19. Тем не менее, губернатор сказал, что и здесь пересели. То же самое выполняем. Ну и плюс наши локальные переселения, которые просто назрели, и жители практически жили в предаварийной ситуации. Они тоже сейчас происходят. Поэтому в этом году достаточное количество переселим, порядка, я так понимаю, под 500 квартир выделим. И в следующем году, поменьше будет, поменьше могу сказать, порядка, где-то порядка 150-200 квартир. А дальше уже пойдет с нарастающей, потому что начнется застройка Дальнего Воронка, дальше будет продолжаться, соответственно, застройка улицы Центральной, Самохвалов будет застройку проводить. Ну и так далее, если по всем, как бы, позициям по застройщикам говорить, что достаточное количество будет переселений. Это и по нашим поселениям городским и сельским. И Анискино будет переселение, и Свердловка будет переселение, и Загорянка, наконец. Тут то, что Роман Александрович пришел вместо этой Решетиной и Ольги Аркадьевны, там тоже есть возможности на то, чтобы сносить ветхое аварийное жилье, непригодно для проживания аварийное жилье, тоже пойдет процесс. Пойдет процесс по Огуднево, там целый военный городок Клюквино будет сноситься. Клюквино, да. Клюквино, да. То есть во всех поселениях эта работа идет. Вот мы ругаем иногда, да, вот Трубино, там много проблем, то, что появилось с строительством в Литвино, там 13-14 дом, плюс там сейчас ИГТС Трубино это строит. Ругаем, подталкиваем, но понимаем, село бы просто умерло, если бы не пополнить его жилищным фондом и, соответственно, не создавать условия для работы. Пока только пополнили жилищным фондом, а сейчас предметно работаем над тем, чтобы завести до инвестора, создать рабочие места, что обязательно это будет сделано. То есть у нас вот на этом, как бы, акцентируется внимание практически на каждой встрече. Вот и с Советом депутатов, особенно часто мы разговариваем с Надеждой Владимировной на эти темы, каким образом мы видим дальше развитие всей территории в целом. И понимаем, что эту территорию надо все-таки объединять, потому что концентрация усилий дает нам возможность концентрации бюджетов, сокращения, как бы, расходов на содержание аппарата. Мы с вами взять Загорянку. Поговорим, да? Мы с вами. Просто Загорянку говорю, взять, да. 50% бюджета на содержание управления. Что про это концентрацию такое? Алексей территории Васильевич, мы у нас еще есть поговорим. Муниципалитеты наши, да, в пределах района, где практически
вся доходная часть идет на содержание администрации. Почти вся, понимаете? То есть это доходы все идут на то, чтобы просто содержать аппарат чиновников. Это тоже, в общем, неприемлемо. Это неправильно. Мы же вот когда соединили администрацию районную и городскую, просто увидели. Ну вот это же видно от того, что деньги появились наконец-то. То, что в городе начало все меняться. Потому что появились деньги от сокращения аппарата этого. И эти деньги пошли на то, чтобы город развивался. Давайте, раз уж вы начали эту тему, тогда уж вы уже сегодня сказали это словосочетание «городской округ». Сейчас активно эта политика продвигается в Московской области. Уже вот, порядка 10 муниципальных районов сейчас уже либо готовы стать городскими округами, либо этот вопрос рассматривается, сейчас обсуждается на публичных слушаниях. Я так понимаю, что и Щелковский район эта перспектива тоже ждет. Попробуйте объяснить, чем хорошо будет всем нам. Ну, вы уже начали объяснять и оптимизация, и экономия средств в разы. Но вот сначала-то разделяли всех, а теперь объединяют обратно. Вы знаете, разделяли, наверное, все-таки рассчитывали на более эффективное. На более эффективную работу 31 ФЗ на территориях. И она, в принципе, вот есть у нас хозяин территории, и, в принципе, хоть бы он все время жил бы на этой территории, управлял бы Канахин такого. И не надо его в городской округ. Не надо его в городской округ звонить, понимаете. Человек, который живет умом и сердцем территории. А есть разные, которые живут другими принципами, подходами. И поэтому мы понимаем, что вот пирог делить довольно-таки непросто. Дело в том, что каждый кусочек пирога должен достаться территории. Мы не имеем права на свою территорию иметь депрессивные абсолютно поселения и активные поселения. Понимаем, что где-то будет, где-то прибудет, но все люди же равны. А доходная часть бюджета разная. Почему они должны жить хуже, если у нас граница Щелковского района? Пусть у нас будет граница единого округа. И все будут получать те средства и те программы на своих территориях, которые они заслуживают. Нам проще, мы вот говорили с Надеждой Владимировной уже раз, два или три, нам проще сделать все возможное, чтобы наконец-то создать, может быть, свой муниципальный банк, уйти от этих грабительских ставок к получению кредитов, завести все предприятия в этот муниципальный банк и, наконец-то, сформировать и сформатировать программу строительства муниципального жилья. У нас очень много очередников. У нас много молодых людей, которые готовы вступить в ипотеку, но за такие грабительские проценты они, конечно же, не пойдут. Лучше мы сохраним ипотечную ставку на выдачу кредитов для предприятий. Лучше будем пропускать их все оборотные средства через этот банк, но получим тот финансовый результат, который поможет молодым строиться здесь и оставаться здесь. И развиваться здесь. И привязан быть здесь. И чтобы ставка была такая, чтобы они там 40 лет и не замечали, что они зарплаты платят там за эту квартиру. Вот у нас как бы общая какая идея. Это муниципальное жилье, потому что надо очередь продвигать. Это ипотека, потому что надо работать. И надо развивать территорию. Надо развивать территорию. Надо иметь свои собственные внутренние финансовые ресурсы. Не только бюджетные, которые мы сформируем и разделим потом, как бы, исходя из интересов территории, но еще и добавим в эту работу. Потому что мы получим, естественно, результат от сокращения чиновничьего аппарата там, порядка 250-300 миллионов. Которые именно пойдут на эти цели дополнительно. Не на зарплаты расплодившегося чиновничества, а в конкретно реальные дела. Да, придется нам работать больше гораздо, гораздо больше. Но результат совсем другой будет этой работы. Будет комфорт проживания, будет и благоприятность. Проживание гораздо выше, чем сейчас. Алексей Алексеевич, ну знаете, я добавлю. Ну вот очень приезжаем на приемы в какие-то поселения. Вы знаете, как сейчас жители иногда стали приходить и говорить: вот мы были в городе Щелково, а мы хотим, чтобы было так же, как в городе Щелково. А теперь вот я немножечко чуть-чуть детализирую то, о чем говорит Алексей Васильевич. Исторически, не исторически, в плане развития сложилось так, что есть поселения, в котором находятся крупные предприятия, к примеру, да? И отчисления у них НДФЛ больше. Есть поселения, которые обладают таким полом земельным, где у них отчисление земельного налога больше, и у них есть на это средства. А есть поселения, которые поставлены в такие условия, что просто доходная часть бюджета по налогам у них гораздо меньше. Ничего нет. Это такие условия, понимаете? Ну, еще один момент. Вот сейчас очень активно обсуждается этот вопрос. Но
обсуждается он на различных площадках. Алексей Васильевич выезжал. Я выезжала на много площадках. В областную думу, профильный комитет Совета Федерации и так далее. И говорится о том, что взвешенные должны быть решения. Естественно, должно, обязательно нужно советоваться с жителями. Как лучше, это лучше будет. Объяснять жителям. Ну, давайте посмотрим. Вот у нас, допустим, по всему нашему району более 200 депутатов. Более 200 депутатов. Я не говорю, что они на освобожденной основе все получают зарплату. Нет. Но это вот такой огромный депутатский корпус. С одной стороны, вроде говорят, ну да, там близко, там, к жителям. Но некоторые жители своего депутата все глаза не видят и не знают. Это правильно? Правильно. Затем идет, невозможно поселению самому делать, передает полномочия. Вот сидим, мы принимаем полномочия, они передают. Либо мы передаем полномочия, они принимают. Это нормальная работа? Нет, это ненормальная работа. Поэтому, естественно, взвешенно, естественно, просчитывая все плюсы и минусы, но нужно сделать так, чтобы в Щелковском районе, если житель живет вот на этой территории, он не был обделен теми услугами, которые мы должны ему предоставить. Услуги, обеспечение учреждениями культуры. У нас в каком состоянии иногда, да, дома культуры? Услуги, обеспечение объектами спорта, дороги те же самые. Да и предприятия, чтобы уже планово по всему району определенным образом в технопарках, которые мы формируем, да, должны концентрироваться. И доходы идти не в какое-то отдельное поселение, где может быть 2000 всего жителей идти, и это живет, да? Но и в те поселения, где живет 10 тысяч жителей, а у них нет таких возможностей. Поэтому эта работа будет вестись, и, в общем-то, губернатор сказал, что эта работа будет вестись на территории всей Московской области. Просто есть наиболее готовые уже к проведению таких реформ муниципалитеты. Есть те, которые еще необходимо как бы оценивать, смотреть, да, разговаривать с жителями на всех площадках общественной палаты. Но не знаю, я пока, конечно, нужно все четко проанализировать, но пока я, например, вижу только плюсы от этого. Только плюсы. Да еще при такой открытости вот, гражданского общества, при такой доступности власти, которую мы на данный момент не только как бы реализуем, но мы еще и как бы наращиваем эту реализацию открытости власти. Нам можно и по доброделу, и по, я говорю, по социальным сетям, да. И по горячей линии, и напрямую приходи. Вот он, я здесь. И плюс выезжаем на территории, встречаемся. И плюс сажусь, говорю главам или руководителям, ну как же вы так не смогли такой мелочный вопрос решить у себя на территории? И мне приходится брать на контроль этот вопрос для того, чтобы уважаемые коллеги там как бы решали его. И поймите, уровень дисциплины управления значительно возрастет. Возрастет по одной простой причине. Человек, который будет не дорабатывать на территории, назначенный на должность, конечно же, уйдет. Поэтому надо будет работать ему день и ночь. И по субботам, там, и воскресенье. Не хочешь, не работай. Уходи. Дай другому место, который готов работать, который готов делать результат доверия жителей и комфорта проживания. Я еще много об этом говорю. Ну, кстати, Алексей Васильевич, вы знаете, к сожалению, у нас, наверное, к сожалению, такая ситуация, что иногда жители выбирают по-разному. И потом 5 лет, если прямые выборы особенно, да. Глав, не могут ничего сделать. Вот он вот, извините, не дает этому поселению развиваться. Я не говорю о наших главах вообще. В принципе, сейчас говорю опосредованно, да? Не дает развиваться и не в том формате работать, но он избранный. И попробуй отзови его населением, правда? И получается, что люди страдают. В то же самое Фрианово, вы меня простите, мы приезжаем. И они говорят, да мы его тыры-тыры. Мы говорим, ребят, ну у вас-то выборы-то были вообще прямые. Это сейчас из Совета депутатов избран глава и есть руководитель администрации, который назначен по конкурсу. А до этого-то прямые были выборы. А мы сейчас имеем нестационарную торговлю расплодившуюся, да? Безумно. Дороги без тротуаров. И вопросы, вопросы, вопросы. И абсолютно территории, в которой не развито производство, промышленность, где люди должны работать. А им 40 километров только, простите, до Щелково ехать. Такой маленький, такой, может быть, скромментальный вывод сделаю, что было время разбрасывать камни, да, а теперь пора их собирать. Вот еще раз говорю, вот сбор камней для власти – это открытость, честность, прозрачность, работоспособность, ответственность. Вот такая власть нужна теперь людям.
Пока Щелковский район в очереди, в ближайшей очереди на ближайшие 3-4 месяца не стоит. На переформатирование не стоит. На 3-4 месяца ближайшие. Но если проанализировать все... Мы слагаем Надежду Владимировну и скоро начнем объезжать территорию, разговаривать и, соответственно, формировать. Спасибо. А самое главное, Ир, ты знаешь, вот те главы, которые мы назвали Владимир Николаевич Канахина. Не знаю, как это расценивать, мы ему признаемся в любви как профессионалу, управленцу, который управляет своей территорией, уже неоднократно избирался главой. Так он говорит, ну будь округ, да ради бога, я готов перейти, понимаете? А те, кто просто держится, ну вот за свое место, не делая ничего, вот здесь надо задуматься. Спасибо, мы с вами затронули такую серьезную тему, что я не решалась вас прервать, тем не менее нас вроде бы ждет телезритель, на линии хочет задать вопрос. Я прошу прощения, что мы вот так вот долго не могли вас выслушать, но мы готовы. Здравствуйте, слушаем вас. Слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Надежда Владимировна, Алексей Васильевич. Добрый Я вечер. Звоню Щелково 4, Бахчеванжи. Сделали дорожечки прекрасные, сделали детские площадочки, школьники идут по хорошей дорожечке, пенсионеры в магазин по дорожкам идут, это все замечательно. У нас большая просьба к вам, чтоб вот эти все дорожки, все, что сделали, построили, не снесло бы водой. У нас нет ливневки. И вот мы просим вас, помогите сделать проект и осуществить вот эту ливневку, чтобы вода уходила в ливневую канализацию. Спасибо. Очень... Непростая задача, очень дорогостоящая. По всему городу. Но причем. Проект мы обязательно сделаем и масштабно к этой работе приступим. Вот не раньше, чем через 3 года. Поэтому прошу прощения, просто прошу прощения. Для того, чтобы эту работу начать, необходимо достаточно серьезный финансовый пул подготовить. Соответственно, конечно, сначала проект, а потом подготовить финансовые средства для того, чтобы это выполнять. Я выезжал к вам на территории, видел, что вся вода стоит во дворах. Каким-то образом пытался регулировать эти процессы для того, чтобы как можно больше от дворов уходила на рельеф вода. Но работы действительно много. Будем работать. Поверьте мне, это вопрос... тоже нашего наивысшего внимания. Спасибо. Причем не только по Щелково 4. У нас по всему городу Щелково эта проблема есть практически, да, Алексей Васильевич? Да. И за Заречный микрорайон, как через локальные Чкаловск. Сети уходить, как через, через водоотводные Спасибо. Канавы. У нас Щелково 7, вы знаете, затапливает практически оба садика по весне и в сильные дожди. Тоже очень много работы. Проблема известна, есть чем заниматься. Хочу сейчас напомнить еще раз, что мы все-таки подводим итоги года сегодня. И следующий вопрос, он даже не столько вопрос, он предусматривает ответ визуальный. Давайте напомним нашим жителям, нашим телезрителям о том, какие социальные объекты, полезные и разноплановые, были сданы в уходящем году, чем пополнилась социальная сфера, медицина, спорт Щелковского района. А вы можете комментировать это симпатичное видео? Да? В сайте депутации она постоянно поднимает вопрос. То есть на садике каждую субботу и среду ездите не вы, Алексей Васильевич? Нет, я-то езжу, я исполнительная власть, еще раз вам говорю. Но у нас есть все-таки... Мы картинку готовы смотреть, да, пожалуйста. Дело в том, что Ира, Алексей Васильевич бережет мою нервную систему. Я один раз приехала, он говорит, Надежда Владимировна, женщины матом ругаться не должны. Не приезжайте лучше, я здесь буду разбираться. Там серьезные есть, конечно, претензии к строителям, и мне приходится иногда неформально подходить к решению многих вопросов. Но опять же, все эти пресловутые, вот, извините, аукцион, на которых разыгрываются эти объекты. Ну, детский садик, к сожалению, иногда выходят такие недобросовестные подрядные организации, что кроме негативного отношения к ним, другого ничего не испытываешь. Иногда даже это негативное отношение готово перейти в крайнюю степень. Но ты понимаешь, что все-таки по закону ты должен с ними более предметно разговаривать. Это реабилитационный центр, который сделали. Вот в Медвежьих озерах, кстати, несколько объектов таких знаковых. Это детский садик один, ну, будет в ближайшее время сдан еще и второй в новом городке. Это реабилитационный центр для подростков, который тоже сдан в этом году. И еще вот мы сейчас увидим, там еще и спортивный клуб. Это к тому, что вы тут про Канахина говорили. И общежитие мы построили вот. Там. Но там же, где и центр. Сейчас будет строиться еще и поликлиника.
Там достаточно большой сегмент работы. Но у нас и по городу достаточно работы ведутся в социальной сфере. И вы знаете, спланировали еще два ФОКа построить, и Огуднева, и Ванискина. Кстати, Алексей Васильевич, давайте я добавлю. Все-таки у нас сады-то строятся за бюджетные деньги, да? При финансировании Щелковского района. Сейчас говорим о центр... бюджетных садиках. Нет, подождите, но да? Центр вы показали, центр реабилитационный, mm-hmm. это внебюджетные средства, правильно? Это средства привлеченные, и общежитие, это привлеченные средства, поэтому... Если даже говорить там историю, как бы работы на Щелковском районе, вы вспомните первое, что мы... построили это детский оздоровительный лагерь за бюджетные средства. Вот это смотрим офис врачей общей практики, которые их тоже два. Три врача общей практики открыли. Тоже внебюджетные. Надежда Владимировна в Гагаринском открывала, потом мы месяц открывали. Лукино-Варин открывали в Богородском. На Свердловке. Лукино-Варин? Да, Лукино-Варин. Это я просто... Вот, видите, что вот Алексей Архипович дерево сажает. ФОК у нас новый. Да, на Дальнем Воронке. Нас сейчас слышит? Нет, не слышит. Нас слышит, конечно. Слышит. Тогда я могу сказать просто, вот стоим с Алексеем Архипчем на втором этаже, он смотрит в окно, и вот от первого как бы лица произношу то, что он сказал. Он посмотрел, говорит, ты знаешь, Алеша, ну это меня Алеша назвал, я все-таки там помоложе гораздо его. Ты знаешь, говорит, Алеша, я смотрю, вот я же долго здесь живу, в Подмосковье, сколько здесь было там руководителей больших, заместителей руководителей. И все мне обещали, обещали, обещали. Там сделают то, там сделают это, там. Уж не говоря про путепровод. Вот. Ну, говорит, никто ничего не делал, только обещали. И вот пришел этот парнишка, вот так он назвал губернатора. Нет, пришел этот парнишка, и на глазах все начало меняться. Ну, дорого стоит оценка Алексея Архиповича Леонова. Он сказал просто так, не привязываясь к какой-то ситуации, просто стоял, смотрел в окно и выдал такую оценку. Сейчас меня в чем-нибудь обвинят. Но мы сейчас смотрели. Но я тем не менее хочу сказать, вот да, я там тоже присутствовала на открытии ФОКа и слушала, что говорил Алексей Архипович, в том числе то, что осталось за кадром. Он исключительно уважает вас. И я думаю, что это человек, которому действительно есть с чем сравнивать. Поэтому вот, не ругайте, пожалуйста. Вы знаете, Алексей Архипович тот человек, который уважает тех, кто реально делает. Поэтому он так дал оценку губернатору, поэтому он дает такую оценку Алексею Васильевичу. Надежда Владимировна называет матушка, а меня батюшка. Как вас назовут сейчас наши телезрители, которые нам дозвонились и хотят вам вопрос задать? Давайте послушаем. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире у нас в студии. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот не вопрос, я просто благодарность. Первое. Я выражаю благодарность искренне за то, что вы превратили наш город в такую снежную новогоднюю сказку. Как он выглядит в этом году, это я, честно говоря, не ожидала. Я думала, в том году было хорошо. Оказывается, нет, можно еще лучше. Я так понимаю, в следующем году вы нас опять будете удивлять. Обязательно. Поэтому искренне благодарность. Очень красиво, конечно, вот для администрации стало. Есть где гулять. Куда можно, у меня дочери 15 лет, я спокойно ее отправляю гулять и знаю, что там освещенная улица, и они спокойно гуляют с ребятами. Это первое. Спасибо за наш город. Второе. Подтверждаю, что к вам на самом деле можно попасть, списавшись с вами в социальных сетях, что к Алексею Васильевичу, что к вам. Тоже низкий вам поклон. Отвечаете реально людям. И это никакие не сидящие рядом с вами люди, которые отписываются. Еще один момент. Хочу поблагодарить за то, что взяли на контроль наши очистные сооружения. Знаю, что на высшем руководстве контролируется, вами руководство тоже все контролируется. Руку на пульте Алексей Васильевич держит. Поэтому я сплю спокойно. Еще, если можно, здесь вот Александр Борисович нету Макарова, тоже самый низкий поклон, тоже много делает и всегда на связи, как общественник. Поэтому вот искренне подписываюсь полностью под словами, сказанные Андрею Юрьевичу нашему, да. Ну и, соответственно, ваша работа, конечно, видна. За этот год сделано много в нашем городе. Огромное вам спасибо выражаю. Всего доброго вам, удачи. Спасибо. С наступающим годом. Спасибо. С Новым годом вас. Спасибо. Годом петуха. Он нам не даст спокойно жить и будет заставлять работать.
Думаете, клеваться будет? Я сейчас попробую немножко сменить тему. Все хорошо. И даже достижения есть в такой непростой отрасли, как жилищно-коммунальное хозяйство. Но все-таки проблемы все решить не удалось. Давайте вкратце, меня тут уже подгоняют, говорят, что у нас осталось с вами 15 минут максимум, и все, и давайте завершайте. Вот, эфирное время кончилось. Неоднократно докладывал, уважаемый. Если коротко, в ЖКХ, что не получилось? Сначала давайте о том, что не получилось, а потом о том, что получилось. Что не получилось в ЖКХ, это управляющая компания, двойные платежки. Поэтому следующий год я объявил для себя годом ЖКХ. Я сделал все возможное, чтобы в конце концов жители получили единый платежный документ, который отвечает всем правильным расчетам в нем. Обязательно этим займусь, потому что понимаю, что тут необходимо личное вмешательство. Вот это не получилось. Поэтому прошу прощения, что на данный момент это не отрегулировано. То, что получилось, вот опять же с Надеждой Владимировной разговаривали не раз, у нас была критическая ситуация в, соответственно, КНС Соколовская, практически критическая. Вот иногда возникала ситуация, я приезжал туда и понимал, что здесь нужны какие-то колоссальные усилия. Близкая к катастрофе. Экологическая у нас ситуация. Были абсолютно колоссальные усилия, чтобы там все это изменить. Дальше камера гашения на Богородском. Но это тоже такая же экологическая катастрофа. Уже действующая была. Уже создавшаяся. Когда запах шел на весь город, а все думали, что это честные опять работает. Мы можем посмотреть и сравнить. Люди, чтобы увидели, как было и как стало. Ее же завершили недавно. Плюс на честных сделано два цеха уже как бы по новым технологиям, которые позволяют уже ароматизировать, будем говорить, работу. И атмосферу очищать. Это мы как раз смотрим камеру гашения. Так, это объект, который входит в структуру очистных сооружений на коллекторе. И он находится посреди жилого микрорайона. К сожалению, так вот получилось. Да? Вот как она выглядела, ну, уже когда ремонт в ней шел вовсю. Но там буквально сама видела вот такой камень, изъеденный. И это удалось победить. Это тоже... Победили. Опять же, спасибо проблем с нету. Андрею Юрьевичу Воробьеву, губернатору. Спасибо. В большей степени, конечно же, там работал министр жилищно-коммунального хозяйства Хромушкин Евгений Акимович. И Пестов тоже. Как частично регулировал Дмитрий Владимирович Пестов эту ситуацию, но все-таки основной упор был на министре ЖКХ. Поэтому тоже поклон ему и за эту работу, и за результат этой работы. Ну а КНС Соколовский там уже я сам регулировал и сам как бы стоял над душой. Проблема заключалась в выбросах, в атмосферу? В Соколовке нет. Да нет, коллектор весь там поставили. Оставался один работоспособный насос, способный перекачивать всего лишь 2000 кубометров в час. А от Королева... А коллектор с Королева там идет, да? Да, от Королева. И вот сейчас там все четыре насоса работоспособны. Нет, три, и четвертый на подходе. И как только начинается обильное выпадение атмосферных осадков, или вот сейчас найдешь таяние снега, я обязательно 2-3 раза туда приеду и увижу, что все работают насосы синхронизации, в аварийный коллектор и в наш ручей Воронок, соответственно, сбросов никаких нет, и, соответственно, в Клязьму нет сбросов. И смею заметить, что в этом году Клязьма была пригодна для купания до момента выброса на очистных сооружениях. Поэтому вот за этот как бы непростой год, за прошлый год и за это мы добились чистоты реки Клязьмы. В своем как бы понимании наших полномочий. Все, что мы смогли, мы сделали, чтобы Клязьма работала уже в чистом режиме. Я бы еще отметила такой момент, вы не назвали, но мы уже об этом говорили, о благоустройстве. И Надежда Владимировна тоже проверяла с депутатами, с коллегами. Это комплексное благоустройство дворов, которого тоже у нас последние годы, два года оно происходит, до этого не было, и тоже большая работа ведь проведена, да? Когда большая работа по и большое пунктам. Количество недостатков. План это к сожалению, подрядные организации, которые на эти работы вышли, не зарекомендовали себя должным образом, и мы пошли сейчас по другому пути. Мы все вносим в муниципальное задание, за исключением закупки малых архитектурных форм. То есть теперь будет предприятие отвечать за качество работ, которые будут выполняться на территории. Уверен, что в этом году, вот уверен просто, я имею в виду в 2017 году, который наступает, жители оценят новый уровень качества работ. А потом, Ир, вот по ЖКХ, да, проводится у нас регулярно форум «Правдом». И так как мне вот волю судеб практически на всех форумах, да, я... Среди тех, кто проводит этот форум, я могу сказать по тем проблемам, которые поднимаются.
Вот сейчас, если у нас, допустим, ну где-то не год, ну да, где-то год назад, да, это была самая большая проблема двойной платежки, потом Мособлгерц, который зашел. Сейчас эта проблема, она, ну я не говорю 100%, но практически снимается эта проблема. Да. Понимаете? То есть работа налаживается. Работа управляющих компаний, конкретно вот работа управляющих компаний, сейчас тоже на повестке дня. И, конечно, проведение капитального ремонта. Вот сейчас та повестка, которая обсуждается на форуме управдом, очень активно обсуждается, потому что эти вопросы требуют решения, и жители о них говорят. Благодарны за площадки, говорят, что хорошо, хотят, чтобы такие площадки были в каждом дворе. И, в общем-то, губернатор же поставил перед нами задачу. Я думаю, что эта задача будет решена, да? Чтобы довести благоустройство всех дворов до нормативного состояния. Потому что сделано совершенно верно. Нормативные нормативы выработаны по благоустройству. И все теперь дворы у нас постепенно, не сразу. И люди, кстати, это понимают прекрасно. Ну вот два момента, которые сказал Алексей Васильевич, это, конечно, управляющие компании, которые должны качественно работать. Качественно работать. И жители, которые должны более активно управлять своим имуществом, я бы так сказала. И контролировать работу. Я и говорю, конечно. Мы все равно добьемся, чтобы управляющие компании все были открытыми для обсуждения и контроля со стороны жителей. Спасибо. Пока нас с вами не отключили от эфира, у нас осталось поделиться планами на следующий год. И я хочу тоже поговорить прежде всего о социальных объектах, о тех, которые уже начаты, работа на которых уже начата, либо стройплощадка есть, либо уже почти закончен объект. В следующем году это три детских садика. Давайте посмотрим. Заложим школы. Видео и будем его комментировать. Алексей Алексеевич, самое главное, что мы на День района заложили диализный центр. Да. Это такая проблема, которая стояла у нас очень долго. 53 диализника осталось, 52 сейчас. Мы понимаем, что для них важна эта логистика здесь, в районе. То есть диализный центр у нас строится, да? У нас детские сады, которые и заложены, и в процессе уже практически выхода, да, и плюс еще те детские сады, которые строятся за счет инвест-контрактов, они тоже самое будут сдаваться в следующем году. То есть это еще целый пул пополнится. Потом в следующем году у нас два ФОКа, это Ванискина и Вогуднева. Очень долго шел этот процесс, но в конце концов вышли на строительные площадки, правильно? И они будут тоже реализовываться. Не знаю, как сдадут или нет, но реализовываться они будут. Наверное. Контракт на ручном режиме, все будем отслеживать и также регулировать эту работу. А власти поселения имеют к этому отношение какое-то? Конечно, это их бюджет. Это их бюджет. Это они строят за счет своего бюджета. То есть представляете, какой уровень у доходной части? Угу. Поэтому мы понимаем, что вот поселение способно развиваться. Мы смотрим садики, которые почти достроены, но вот, к сожалению, по вами упомянутым причинам не удалось их до конца года сдать, порадовать, но они же будут. Вот мы видим, что они в высокой степени готовности это объекта находятся. Это не жадность, не совета депутатов, не моя жадность, чтобы не вложить средства в эти садики для того, чтобы завершить их в этом году. Это здоровый подход к расходованию бюджетных средств. Мы не имели права залезть в кредиты. Мы должны были своей доходной частью дальше софинансировать. Потому что у нас программа на 2017 год. Мы должны вложить средства на 2017 год в программе для того, чтобы шло движение вперед. Да, немножко по срокам задержали. Да, понимаем, что очень сложно в детских садах сейчас регулировать, настраивать внутреннюю аппаратуру. Но, тем не менее, они будут сданы, и мы отчитаемся, и дети пойдут. И при этом не пострадают те программы, которые мы сформировали сейчас в бюджетах на 2017 год. А в инвесторских садах будут какие-то другие условия содержания детей? Муниципальные сады. Не, у нас один пытается, Потаповский, уйти на частный детский садик. Но мы ему не отдадим. Мы ему не введем ни один корпус, пока он не отдаст детский сад в муниципалитет. Мы понимаем, что это опять очередная нагрузка на бюджет. Но у нас дети должны ходить в сады, там, где мы понимаем, есть социальная составляющая. Но не все у нас жители при такой нагрузке, будем говорить, на продуктовую корзину, на оплату ЖКХ еще могут оплатить своим детям пребывание в саду. Ну и плюс еще, Ира, у нас очень большие планы ведь и в Монино, потому что в Монино требует восстановления дом
офицеров, правильно? Мойна, это по программе. То есть там, городков, там будет очень, все очень по программе восстановления военных городков. В программе это депутаты наши как бы отработали. Тоже сейчас. Инерция подгоняет. Совершенно верно. Чтобы быстрее формировали документы, формировали проектно-сметную документацию, чтобы она прошла экспертизу и в работу пошла. Обижается Иван Николаевич иногда, что ругаемся. Новая амбулатория в Медвежьих озерах. Это то же самое по программе военных городков, правильно? Там идет ремонт. То есть планов очень много, и надо просто работать, чтобы... Сейчас зима, в Медвежьих озерах меняем трубы. Кажется, дурь. Опять же, торги. Я хочу о школах отдельно сказать, о том, о проектах. И прежде всего начать со школы в микрорайоне Солнечной, которую... Сколько уж лет ждут, Надежда Владимировна? Вам виднее, да? Я когда пришла в 2007 году работать, первое, что я делала... Это обновляла документы и везла их во все инстанции. Но вы знаете, вот, Ир, давайте... Можно мы сейчас, знаете, что с Алексеем Васильевичем сделаем? Можно мы эту тему, вот эту тему, поднимем тогда, когда у нас уже будет возведен цоколь, первый этаж, и мы тебя пригласим и там, на школе, потому что если мы сейчас очередной раз скажем, жители скажут, вы нас уже достали. А картинку показать мы можем? А что показать? У нас там есть главный архитектор, который вот полгода как бы... Вот прям вот... Формирует нам... Давайте так, мы с Алексеем Васильевичем вышли на нулевку цоколь, да? Да. Вот, и там мы снимаем и говорим, вот люди добрые, вот оно, обещали, пожалуйста. Я картинки пошел. Больше показывать не буду. Хорошо. В программе мы есть, все мы делаем, но проект люди уже не есть, верят. Прошел уже экспертизу. Осталось только единственное согласовать вот, как бы облик школы, который, говорит, типовой. Он как тремя словами называется, аббревиатуру я уже не помню. Алексей Васильевич, так. Надежда Владимировна, еще раз назовите школы, которые в перспективе и в ближайшей перспективе... В 2018 году, 1 сентября, школа на Солнечном откроет свои двери. Вот. И также пристройка к школе... Медвежьеозерская. Это первые две. Это первые. И плюс еще четыре. Это 16-е, 11-е... Жигалово. Пристройка. Жигаловская Дальний школа Воронок. И... Дальний Воронок. Уфимский микрорайон. Нет, а Дальний Воронок. А это еще одна. Это еще одна. Это пятая. Да, это пятая. Еще одна. Вот это те объекты, которые это, необходимы. Как только начнется снос непригодный для проживания, соответственно. Дальше о наших планах. Нам необходимо обязательно решить вопрос, конечно, с обеспечением медицинскими услугами. Это не наша как бы функция, но нам нужно по Богородскому и Финскому, правильно, Алексей Васильевич? Дальше еще один кабинет врача общей практики. Вот. В этом году мы один открыли. Непростая была как бы ситуация, когда нам отремонтировали и сдали практически пустые помещения. Мы за счет внебюджетных средств, опять же, практически заполнили их мебелью и необходимым там оборудованием. Ну, оборудование, конечно, поставило здравоохранение. А вот мебелью пришлось нам заполнять за счет небюджетных источников. Мы благодарны вот всем нашим коллегам, которые проживают в районе. Мы благодарны Салис Добаевичу. Каракутову, да. Мы, Григорий Валерьевич. Григорий Валерьевич. Вот там его сейчас пытаются что-то унизить. Я считаю, что, ну, сэмоционировал человек, конечно, можно пожурить и отпустить. Но он действительно, он человек, который есть сердце. И он вкладывает его не только во Фрязино там, он вкладывает везде, где его не попросишь. Я говорю, Салис Добаевич, Игорь Викторович Ларин, Григорий Валерьевич, там, вот рекавери. Наша фирма, которая не такая уж и большая, но при этом абсолютно социальная и готова помочь по многим направлениям. Даже те же самые варежки взять этого Игоря Евгеньевича Полуботка. И тот, несмотря на то, что как бы такой финансовый зажатость у него определенный, плюс мы еще сейчас нагружаем ее там, по вопросам ЖКХ, исполнения многих вопросов. И он все равно как бы готов во всем помочь, поддержать. Я, кстати, хочу сказать, Ира, вот у нас сейчас, да, уже сегодня начались елки первые. И дальше у нас 30-го идут елки, 7 января рождественские елки будут, которые организовали. Ведь это все благодаря тем, что наши спонсоры, ну я их назову спонсоры, а вообще-то надо, знаете, как назвать, благотворители. Они благотворят, что они выделяют. Вот я сегодня Салис Добаевичу, он у нас в Совете депутатов района, я ему на заседании сказала, Салис Добаевич, мы вам очень благодарны, очень, потому что благодаря вам у нас 2400 детей бесплатно придут, порадуются праздником и получат подарки. Возможно. Понимаете? Это ведь очень важно. Завтра устались добавить день рождения. Не завтра, а 29-го. По-моему, завтра. Ну ладно, мы с вами поздравим. Не вот буду, 29-го? Не буду. Я не буду точно поздравить. Помню, что... Нет, постой. До завтра, по-моему. За среда.
А мы в четверг будем. Давайте вы уже сказали, что поспорим. Вы любите и уважаете Сергея Добаевича. Нас сейчас отключат от эфира. А я еще не успела про Новый год вас ничего спросить. Правда сказать, не придумала. Он наступит. Наступит? Обязательно. Безусловно. А да. Как же иначе? Даже если мы с тобой об этом он не поговорим. Он наступит, потому что мы, значит, Владимир, очень любим наших щелковцев. И хотим им только добра. Хотим, чтобы они все были здоровы. Чтобы в семьях был благополучие, мир, лад, склад. И чтобы счастливы были все. Вот что мы хотим, это искренне хотим. И я думаю, что Надежда Владимировна тоже эти слова мои подтвердит своим более душевным как бы. А у Алексея Васильевича специфический Новый год. Я помню, мы в этом году, 1 января в 10 утра поехали на объезд по садам. Ну и в этом году поедем? Здесь, да. Точно? Буду здесь и поедем, да. Все, едем. Посмотрим, как наши коллеги справились с обеспечением безопасности и чистоты. С вас душевные слова. С вас душевные слова. Ириш, я хочу, знаешь, что сказать жителям? Вот. Мне очень хочется, чтобы они встретили этот Новый год так, как они мечтали весь этот год. Кто-то в узком, семейном, тихом кругу, потому что я вообще-то считаю, что это семейный праздник. А может быть, кто-то встретит этот Новый год как-то необычно. Но чтобы обязательно они его встретили радостно, чтобы у них был хороший посыл на следующий год, который нам предстоит, 17-й. Потому что 16-й год високосный, тяжелый. Ну, вот так у нас, да, принято говорить, что високосный год тяжелый. Много, может быть, таких тяжелых моментов было. И в жизни страны, и в жизни Щелковского района были, и в жизни многих семей. Вот пусть все это останется за пределами новогоднего праздника. Да. Вот 12 часов. Куранты. Загадываем желание там, где мы встречаем. И пусть это желание обязательно сбудется. Немного. Одно. Вот мы сегодня сайтом депутатов, извините, эту такую вот небольшую нашу, ну как сказать, такую интимную вещь провели. Мы загадали желание. Вот, может быть, кто-то личное, кто-то насчет процветания Щелковского района. Но я думаю, что он обязательно сбудется. Верьте в лучшее, и оно придет. Надо верить в чудеса. Но для того, чтобы они сбывались, нужно очень много работать. Вот и весь сказ. Спасибо большое. Я благодарю вас, Алексей Васильевич, Надежда Владимировна, за то, что пришли сегодня к нам в эфир.